Айоу, народ! Приветствую вас всех на канале Базука. Добро пожаловать и приятного просмотра. Мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed 2. Всем хорошего настроения. Сразу сейчас надо вспомнить, что мы тут делали. Но я единственное помню, что мы здесь бегали по каким-то катакомбам ассасинским, типа склепа. Читали всякие записки о истории об ассасинах и разгадывали загадки. Ребята, перед видео не забудьте поставить лайк, обязательно подпишитесь на канал. Ну а мы продолжаем. Так, надо очень быстро здесь, короче, двигаться. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Сюда, сюда. И теперь... Ну... Быстрей! Залезь! Хорош. Успел. Я успел. А, это навсегда откроет двери. Блин, так там везде, что ли, можно было навсегда двери открыть? Серьезно? А ну-ка склоним назад, подожди. Может быть, я тогда смогу там пойти ящики забрать? Я просто помню, там были ящички, которые мы в прошлой серии не забрали. И типа убежали от них. Может быть, если тут можно так открывать, тогда я их пойду заберу. Ну-ка. Сейчас глянем. А, да, смотри, точно. А я не знал. Хорошо, я сейчас это заметил, увидел. Ладно, окей. Тогда, получается, я смогу подняться туда наверх, что ли? Так, ну-ка, тихо. Ящики как раз вот там наверху лежали. Только понять бы, как туда пробраться. Походу, это только через верх можно забрать. Блин, просто не хочется упускать эти ящики. Скорее всего, там ничего так... А, я тут теперь не смогу... А, нет, я смогу. В принципе, у меня теперь здесь дверь открыта постоянно. Походу, надо через верх как-то туда залезть. Окей, сейчас попробуем. Да ну, никуда ж ты вот все время спрыгиваешь здесь, а? Тут тебе надо прыгнуть в бок. Ага. Окей. Ой, блин, страшно прыгает так. Думал, промахнусь. Так, погоди. Блин, а действительно, как они забираются-то? Ха! Так, а может быть... Может быть, это нужно сделать здесь? Типа вот так как-то пролезть? Нет? Нет, тут как-то вообще не допрыгнуть. Ладно, хрен бы с ними, с этими ящиками, не будем тратить время тогда. Я думаю, что там кроме денег ничего нормального и не будет, в принципе. А, может быть, только единственное здесь, конечно, можно как-то проплыть. Нырнуть. А, так, наверное, здесь нужно забираться, вот. Все, понял. Значит, это точно здесь. Ну да. В принципе, логично. Значит, и заберем ящичек. Отлично. Найдена секретная область. О, секретная область. Это же самая моя любимая область. Самая секретная. Пятихатка. Ну, не так много, конечно, денег. Но, в принципе, что, почему бы нет? А почему нельзя было прыгнуть вот этим, как его, прыжком веры -то сделать нормально? Можно же было сделать просто прыжок веры, и все было бы хорошо. Прыжок веры.
Так, тогда возвращаемся. Так, а здесь что-то закрыто. Ну, тут просто скелет лежит, типа. Ничего беспонтовое все здесь. Так, а тут? А, там я был в прошлой серии, там ничего такого. Угу. Как ты, блин, так прыгаешь-то, а? Не, меня это, наверное... Управление доконает просто, действительно. Как вот это вот, как это происходит? Почему ты здесь не прыгаешь? Ё-моё, а как он до этого-то туда залезал? Погоди. Как он до этого туда залезал? Блин, вот пошли собирать ящик. Просто застряли тут на несколько мгновений. Серьезно? Серьезно? Я не понимаю, он не лезет туда вверх. Что я не так делаю-то? А, вот, все, залез, окей. У, слава богу. Так, извиняюсь. В море. В ту же ночь мы нашли в море, погрузив на корабль товары для продажи в Барселоне. Поначалу все шло хорошо, но потом мы бросили якорь в бухте Отранто, чтобы переждать шторм. Пираты явились под покровом темноты. Я заметил их только тогда, когда они уже забрались на борт корабля. Я спрятался в трюме вместе с семьей, вытащив кодекс. Я погладил потрепанное кожаное переплет, а затем сломал корешок. Страницы беззвучно опустились на пол, я рассовал их по сундукам, бочкам и ящикам с товарами. Пираты, которые нашли нас, были пьяны, от них разило перегаром, они спросили меня про кодекс, и тогда я понял, кто послал их. Сдерживая ярость, я ответил, что выбросил книгу за борт. Они расхохотались, двое схватили меня, остальные сорвали одежду с моей жены, она молила о пощаде и кричала, пока не потеряла голос. Надругавшись над ней, пираты бросили ее в море. Они забрали все товары и потопили корабль. Мне и сыну чудом удалось добраться до суши, а на следующее утро прилив вынес на берег тело моей жены. Жесть. Не то, что изнасиловали, да, так еще и все-таки убили жену. Блин, и за что? За то, что тот, типа, вскрыл кодекс? Ну, зато он сохранил кодекс, как бы. Но какой ценой? Так, ну здесь надо понимать теперь, куда нам... Куда нам бежать? Сейчас, наверное, покажут, нет? Блин, тут еще сложнее. Но, походу, это финальное испытание. Не, надо подождать, мы уже не успеем. Давай хотя бы попробуем, потренируемся, пока ждем. Может, вдруг я успею? Вот куда ты полез? Да ну ты, ё-моё, вообще, а? Какое же кривое управление. Просто трошня. Так, зато можно здесь поплавать. Может быть, здесь что-нибудь есть? Да не, нет ничего. Ой, какое же кривое управление в игре. Ну просто жесть. Я не знаю, это вообще бред-бредятина. Бред-бредятина полнейшая. Как можно было так... Залошить. Просто кек. Так, здесь прыжок, здесь прыжок, здесь прыжок, здесь залезаем. Прыжок. Куда? Вот куда? Ну куда? Ну почему куда-то влево-то, а не впрямо? Ой, ё-моё, блин. Вроде бы легко, да? Вот согласитесь, мы тогда даже за первый раз, в принципе, прошли. Но вот одна ошибка, и все. И все идет коту под хвост, приходится заново проходить. А ошибку совершить легко, так как управление настолько кривое, что просто трындец. О, хорош. Откройте дверь.
Типа надо быстрее открыть. А, ну нет, уже как бы мы ее откроем по-любому. Так, и последнее, наверное, да? Я еще и... так, новое имя. А еще я преследовал их. Я вырастил своего сына настоящим воином, чтобы он разыскивал страницы кодекса и убивал тамплиеров. Вместе мы отомстим за смерть моей жены и отца. Аудитория, читающая эти строки, помни, ты не дворянин. Ты не один из обманщиков. Ты часть народа. Отомсти за нас. Интересно. Отомстить надо, значит, за кого-то. Отомстим, чё? Может быть, там будет печать? Я вот что думаю. Может, тут будет печать? Выйдите через потайную дверь. Так, очень много ящиков. Это хорошо. Деньги нам сейчас пригодятся, потому что нужно будет и полечиться. И, может быть, что-то прокачать. И вообще, нам надо, конечно, гнать уже по сюжету, реально. Что-то мы как-то очень долго здесь подзависли. Нет, здесь ничего нет. Четыре ящика, да, или поскольку по пятихаточке, нормально. Так, а в чем смысл здесь было этого всего? Типа, кроме ящиков здесь типа ничего вообще не было, что ли? Ну, это открыть. Я так понимаю, здесь как раз похоронен один из ассасинов и его сын, про которых мы читали. Может же быть такое? Не, ну тут вряд ли, да. Тут вряд ли что-то есть. Наверху вроде тоже ничего нет. Окей, окей. Значит, нам только сюда получается. Через потайной люк. Память синхронизирована. Семейный склеп осмотрим. Опа, спрыгнули. Мы и так были внизу, куда-то вниз. Еще ниже спрыгнули. О, 3000 флорентинов дали. Флорентинов, так сказать, 3000. 3000 это хорошо. Потратить их всегда есть куда. Используйте трупы, чтобы привлечь стражников к определенной точке. Да, это мы знаем. Итак, где я оказался? Ага. Вышел я отсюда. А обратно я здесь не могу, да? Ясно, понятно. Так, еще один момент. О, 8000, кстати, флорентинов накопилось там в сундуке. Еще один момент. Я же здесь, по-моему, открыл вот этот вход. Да. Куда он, интересно, ведет? А, там вон два ящика. Чё? Тут вроде бы все понятно. Тут вроде бы все понятно. Два ящика собрать. Это как было в том месте, где... как его, в колодец мы залазили, тоже там была такая загадочка небольшая, мы пропрыгали просто. Так, ну а чё? А отпрыгнуть ты не хочешь в бок? Ага. И там было просто тоже два ящика, которые мы просто собрали, там было 302 флорентина и 300. 300. Ну, тут тоже такие копейки. Ну, копейки не копейки, зато забрали. Все, авось пригодится, правильно? Блин, покоцались. Ладно, сейчас мы полечимся у доктора. Все, теперь мы, мне кажется, здесь вообще везде побывали, везде все собрали, и теперь можно со спокойной душой отсюда валить. Да, только теперь как валить-то отсюда? Вопрос. Оббегать все по кругу? Хоть бы лошадь здесь какую-нибудь оставили. Не очень хочется по кругу действительно бежать. А нельзя ли здесь как-нибудь забраться? Нет, скорее всего нет. Ладно, не будем терять время, бежим по кругу тогда. Будет быстрее всего. Такие текстуры просто мега офигенно. Мега офигенно. А там вон не лошадь стоит? Нет? Нет. Да. Надо было сюда, конечно, лошадь подогнать, чтобы она здесь меня стояла, ждала. Но кто же знал, что мы из этого склепа фамильного выйдем именно сюда? Никто об этом не знал, никто об этом не сказал. Комментарии не пишут, лайки не ставят, люди не смотрят. Очень печально.
Надеюсь, что в какой-то серии повезет и выстрелит она. А серии будет достаточно, я так думаю. Вообще, я видел прохождение сюжета примерно где-то на 30-35 серий. У нас это уже получается, по-моему, 7-я серия. Так, медикаменты это, нет? Картины. А что это за картины? Это картина, которая появится у меня. Карта сокровищ. О, дай купим. Спасибо, сеньор. Заходите еще. Карта сокровищ. А, и мне, смотри, на карте показываются, где все сокровища спрятаны. Хорош. Ну, это просто ящички, где можно, так сказать, наверное, денежки подобрать. Ладно, потом посмотрим, поищем, как-нибудь побегаем. Так, и вот здесь давай к портному зайдем. Сумки. Средняя сумка с лекарствами. Большая сумка с лекарствами. Улучшенный пояс для ножей. Так, у меня... А, у меня хватит денег на большую сумку с лекарствами. Слушай, ну это хорошая вещь. Пускай будет. Почему бы и нет? Покраска одежды. О, я себе могу одежду покрасить. Призовой костюм. О, черный, смотри какой. Не, ну мне пока белый нравится. Мне, в принципе, устраивает белый. Улучшенная сумка для ножей. А сколько она стоит? Нисколько, что ли? Все, она нисколько не стоила. Просто купили и все. Я так и не понял, это был портной или не портной. Скорее всего, портной. Так, а вот тут у нас... Ремонт доспехи. Кожаные наголенники, состояние сломано. У меня что-то поломано все, да? А, наголенники. Гельмшида. Так, ладно, это пока не будем покупать. Знаешь почему? Потому что не надо. Чинить все, вот это сделаем. Всегда рад, сеньор. Приходите еще. Да, я теперь под защитой буду. Так, окей, окей. Пойдем-ка полечимся у доктора еще быстренько, и все, и пойдем на задание. У меня есть обычные средства. Давай, лечиться. Оп. И сколько у меня теперь лекарств вмещается? 15 аж, ничего себе. Вот это покупаем тогда. Пускай все 15 будет. Это, может быть, так сказать, можно реже будет к доктору бегать. Потому что 15 штук это на самом деле много. У меня было 5, и мне этого хватало сполна, а тут 15. Так, 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 так. А, ну тут же есть точка перемещения. А, подожди. Угу. Быстрый шаг. Покупать. Флоренция, Тоскана, Сан... Можно не ехать, не бежать. Можно не ехать, не бежать, а нам как раз нужно, наверное, во Флоренцию вернуться. Ну и поехали. Ай, блин, а деньги-то не забрали из сейфа, кстати. Я же вот что хотел. Там же 8 тысяч накопилось. Давайте-ка заберем. Заберем, чтобы пускай еще копится. Нам надо сейчас вообще, в принципе, особо не тратиться, накопить 1060-70 для того, чтобы полностью нашу виллу Монтариджино улучшить. Все здесь прокачать. Для того, чтобы покупать себе лучшую снарягу. И лучшее оружие. А я так вот, кстати, его не увидел. Здесь оружие-то продается вообще или нет? Так, собрать доход. Вот, хорошо. 8 тысяч. Карта сокровищ. А, карта сокровищ, я понял. Мы ее купили, и нам просто она открыла все сокровища. Я думал, что надо ее где-то посмотреть. Нет, ее не посмотреть не нужно нигде. Интересно, а здесь вот где обучение, как драться на мечах, появляются ли какие-то новые приемчики? Ребят, напишите в чате, если кто-то знает, проверять не буду, просто чтобы не тратить время. Но если появляются какие-либо там приемчики, я бы с удовольствием эти приемчики применил. Я бы их прокачал. Ого, поехали. Хотел я телепортнуться, а что-то потом решил, думаю, а что тут вот на лошади-то скакать, в принципе, понты. Почему бы и нет.
Почему бы не доскакать? Ой, блин. Уперся в дерево. Я просто слежу за временем, сколько серия там записывается. Где-то примерно сейчас 20 минут. Форенс отправится во Форенс. Окей. Вот, поэтому поглядываю немного на время. Доспехи получают повреждения, чтобы починить их, обратитесь к кузнецу. Это мы уже поняли. Кстати, хорошо, что я заглянул к нему, потому что я об этом на самом деле забыл, что доспехи теряют свои свойства и не помогают нифига, потому что они сломаны. Блин, жалко, нельзя туда-то вот это заехать. Так, давайте сразу взглянем на карту. Поймем, куда нам идти. Это что такое? Контракт на убийство. Страница кодекса. Вот это, кстати, давай заберем по дороге. Потом нам говорили про убежище тамплиеров, еще что-то. Это бы надо тоже сходить. И начало фрагмента вот сюда нам надо. Да, давай тогда страницу кодекса заберем. Это нужные вещи, я так понимаю. Мне кажется, для завершения игры там это пригодится. Так, только понять где. Понять, где эти страницы кодекса хранятся. Походу, это где-то здесь. Походу, это где-то наверху. А может они так наверху-то лежать, нет? Давайте или сдохнешь. Тебе здесь не место. Уходи. Это кому? Мне? Тихо. Прощай. Кому ты там орешь-то это все? А, тут страницы кодекса здесь лежат. Так, ну надо тогда просто их чпокнуть. Вот так двоих, да? Блин, они тут прям нормально так нападают. Ну, нападайте, кто? Так, сейчас закоцаю их немножечко. Во, их чуть когда подкоцал, уже тогда можно добить. Чё, они сдались, что ли? Ну, вы вообще лохи, конечно. Ха. Чуть мечом помахал, остались двое, и всё, и сразу они потекли, короче. Текайте, вам здесь делать нечего. Так, вот это мы грабим. Точно, мы же в прошлый раз здесь видели, я просто не стал с ними драться, а в этот раз решил что-то... Думаю, надо наказать. Раз наказывать, так жестоко наказывать, наверное. Так, тут, кстати, плакат. Можно сорвать. О, а тут что, кто это стоит такой рядом со мной? Вот это кто? Что? Глашатай. 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 Ага. Так, нет, мы идем вот сюда. Убежище тамплиеров посмотреть. Посмотреть, что это такое хотя бы. А уж это появилось только в прошлой серии. Типа непонятно, нафига оно надо. В дальнейшем, наверное, мы забьем на это хрен. Так, давай немножечко сорвем еще плакатов, чтобы поменьше нас разыскивали.
Да что ж вы, как они мешаются, а? Позвольте мне отойти. Давайте, да, отходите, идите все в баню. Пойду я все-таки поверху, наверное. Будет быстрее. О! Перо! И, кстати, сундучок вон лежит. Сундучочек мы вот этот проверим. Так, и успеем мы сегодня, интересно, на сюжетное задание сходить? Неизвестно, конечно. Так, перо. Ну, я буду собирать просто потихонечку. Типа, если мы видим что-то, будем собирать. И, ну, оно по дороге как бы не мешает, мне кажется, зайти и забрать. Это же все по дороге находится. Так, вот это давай-ка, наверное, откроем. Только надо найти, где нам залезть. Залезть нам можно здесь. Синхронизуемся здесь, чтобы нам было тоже карт открывать. А карт открывать это точно нужно. Еще бы можно было бы вот этот вот момент пропускать, потому что тоже тратит время. Не так, конечно, много, но а смысл какой нам смотреть это все, если мы по сути и так знаем. Ну-ка, карта. О, здесь тоже, смотри, станция путешествия. Тут, кстати, вот еще одно открытие. У нас вот уже часть карты будет открыта. Так понимаю, тут еще совсем немного осталось. Так. Получается, нам надо куда-то туда. Давай, спрыгивай быстрее, блин, Эцио. Красавчик вообще, молодец. Открыть базу данных. Палаццо Медичи. Палаццо Медичи построен в 1455 году Миколеццо де Бертоломео. Миколеццо, личный архитектором Козимо Медичи, предполагалось, что здание будет выдержано в традициях гуманизма, превалирующей идеологии эпохи Возрождения, то есть будет привлекательным на вид. По крайней мере, такова теория, но на практике у здания вышел весьма устрашающий вид, если бы не его фасад. Если бы его фасад мог говорить, то сказал бы примерно следующее. Не подходи, тебе здесь не место. Ты недостаточно важная персона. Ой! Ой! Как страшно! Как страшно! В смысле я не какая-то там недостаточно персона? Мне кажется, я тут вообще персона нон-грата должна быть. Мне это снится? Так, взаимодействовать. Сейчас узнаем, что здесь такое. А, так это же типа тамплиерская это. База тамплиеров, походу. Тамплиерская база. Проникните во дворец Медичи и спасите Лоренцо от тамплиеров. Так это задание. Ой, там даже голуби поумерли. Здесь никого нет. Сеньор Лоренцо! За какие-то тайны? Лоренцо никого не принимает. Стой! Это же ты убил Франческо Пацци! Стража! Взять его! С удовольствием. Тихо. А это что такое, кстати? Повезло, подождите еще нужного момента и нанесите удар. А, это какой-то клинок у меня появился еще. Давай. Помните, чему вас учили? Опа, нифига заколол. Опа, минус один. Ну,
Да просто зажал его с Марией, все. Хорош! Красиво. Блин, с него может быть что-то может упасть. Давай ограбим его. Это самый какой-то тут из них крутой был. Метательные ножи. Ну, что-то с них фигня падает, обыскивать бессмысленно. Так, окей. Чё куда? Чё кого? Отсюда мы пришли. Или откуда мы пришли-то вообще? Я просто видел, что там наверх куда-то можно залезть. Ладно. Нет, здесь не выйти. Схватить, отпихнуть, все закрыто. Так, значит, нужно куда-то наверх лезть, получается. А по статуе, что ли, залезать? Нет? Нет, вряд ли. Хм. Очень интересно. А, так вот же. Вот же специальные ступенечки сделаны здесь. Блин, опять тут загадки какие-то. А, так это я по кругу пробежал. Хм. Не понял вообще прикола. Ага. Все верно. Как знал, как знал. Не зря здесь они сделали вот эти вот. Эти балки не зря были здесь сделаны. Ага, рычаг. Так, ну мне здесь клинок, наверное, потребуется. Эти, ты уже его видел. Вот он, куда он делся. Вот он, за ним. Да тихо, блин, вот как так спалился? Сделаю чуть-чуть кожи, и что-нибудь. Конечно, сначала твое мужское достоинство. Так, ладно. Получилось неплохо. Не так, конечно, как я хотел, но тоже неплохо получилось. Чё открылось-то? Ага. Ещё потайная дверь. Блин, они любят секреты. Секретики, так сказать. Так, теперь понять, а как мне туда обратно-то вернуться наверх-то? Наверх-то как обратно подняться? А, наверное, вот здесь. Угу. Погоди. А как я на ту сторону должен перебраться? Не понял. Да чтоб ты, блин... Тебя несет все время. Стоп. По картинам. По картинам, потом сюда и сюда. Все, поднимайтесь на второй этаж.
Это-то где-то... Ручка. Рукоятка там вон. Видишь, есть. Смотри, что-то можно открыть. А, я понял. Угу. А что он открывает? Найдена секретная область. О, неплохо. Сегодня прям секретная серия называется. Потому что мы то и делом открываем секретные области. Это уже сегодня вторая или третья секретная область. Ничего себе, нормально, нормально. В принципе, неплохо. Почему бы и нет? Я же говорю, флорентины эти нам сейчас очень нужны. Чем быстрее мы Монтериджони прокачаем, тем быстрее мы станем крутыми, непобедимыми, так сказать. Я слышал шум внизу. А, тут надо на третий этаж подняться. Жалование. Разделитесь на две группы. Одна обыщет двор, а вторая пойдет со мной в часовню. Си, капитану. Затем капитану. Мы проверим все потайные ходы. А как же Лоренцо? Лоренцо уже мертв. Смешно. Си, капитану. Ой, что я нажал? В смысле, Лоренцо уже мертв? Они уже убили Лоренцо? Они сюда придут, нет? И чё? Хорош. Так, а как? Он поход... Вот он! Живи, подружай его! Так, ну ладно, один, с одним-то мы справимся. Хорош, красиво. Так, а здесь ничего не лежит. Какое-то странное место. О, тут может быть можно какой-то короткий путь открыть. А, так он уже открылся. Да. Понятно. Очень странно, как только я туда поднялся, он сразу открылся, да? Кто же это сделал? Кто же это сделал? Интересно, интересно. Кто же открыл этот путь? Так, ну что, нам сюда. 100%. Я знаю его. Это точно. Эй, минутку. Прошу! Он так тебе не уйти. Быстрее! Я вижу его! Ой, я успел. Ой, я успел напрыгнуть на него. Так, ну здесь все просто. Тут все просто, по-любому. По-любому нам сюда. Вот и третий этаж. Это же третий этаж. Ну да, походу здесь нам надо. Быстрее, черт, вот он! Да куда ты? Ой, вообще, блять, вот и о чем я и говорил. Вот о чем я и говорил, что вот эти вот кривые управления вот доводят вот до такого. Просто как он упал? Как? Блин, я причем нажимал кнопку просто вперед, чтобы он спрыгнул, и все. Но почему-то он куда-то решил, что спрыгнуть нужно именно вниз, в самый низ. Тут же вообще вот все просто. Вот что должно было быть. Ну, не получается у меня красиво сверху убивать. Вот это вот, конечно.
немного огорчает. Так, нам чё, куда? Слушай, а прикольное вот это задание. Лоренцо, черт побери, кто-нибудь, заберитесь туда. Ух, нифига себе, там жирный какой. Вы все слышали? Вы двое, тащите лестницу. Так. Ага. Типа нам намекают, что тебе надо идти через верх. Зачем им лестница? Лоренцо не хочет выходить. Что они так долго возятся? Если бы вы так не шумели, он бы нас не услышал. Черт, ну это чё, ты я должен здесь допрыгнуть? Вы все занимайтесь своим делом. Блин, мне бы их двоих убить бы. Как-нибудь. А тут только одного можно выщелкнуть. Где-то я уже его... Вот он, за ним! Ладно. Берем его. То измотаем, парни. Тихо. Ты не уйдешь. А я не могу блокировать эти удары, что ли? Блин, я походу жирных ударов не могу блокировать, да? Все, до свидания тогда. Ну, за мной они не залезут. Они толстые, они не залезут за мной. Так. Нужно понимание, куда нам надо двигать. Фига там кровать у кого-то. Вот это нормальный траходром. Так, вот она. То есть, по сути, можно было с ними не сражаться, просто взять, сюда прийти, открыть потайной вход вот туда вот. И по-тихому, получается, проникнуть. Угу. Я знаю, это лицо. Куда это ты собрался? Куда? По сути, да. Быстрее, он уходит! Не то, чтобы... Хочу! Надо было сделать именно так, но похоже на правду, что надо было сделать именно так. Просто не буду с ними драться, да и все. Чё мне тратить здоровье, да? Потому что здоровье — это деньги. Как бы пускай они там остаются сами по себе. А к Лоренцо я уже пришел. Назад! Опустите меч, это я. Эцио, ты снова спас меня. Сначала они вторглись в мою церковь, а теперь и в мой дом. Нифига у себя, у тебя дом, конечно, с потайными ходами. Они заплатят за это. Взгляни вокруг. Это одна из моих сокровищниц. Можешь взять все, что захочешь. Моя жизнь дороже. О, вот это хорошо. Полагаю, в моем доме уже не осталось врагов. Да, господин. Благодарю за этот ценный дар. Мне пора идти. Но я вернусь, когда спаться будет покончено. Смотри, там, блин, даже этот... Я не забуду того, что ты сделал для меня. Удачи. Слушай, а может быть там такой же саркофаг был? Где мы вот были в начале этой серии? А. 3000. Блин, походу, да, там был такой, наверное, саркофаг, и я его не открыл. Напишите тоже в комментариях, должен был быть там такой саркофаг, где куча денег. Потому что я открыл только маленькие вот такие же ящички. Их было там тоже 4 штуки. А вот большой саркофаг я не видел просто, что там есть открыть. Ну ладно.
мы туда, в принципе, сможем вернуться, только придется, походу, все заново проходить. Но надеюсь, что там теперь все двери будут открыты, и не надо будет бежать на время. Это я, наверное, проверю уже вне серии, чтобы не терять время. Лоренцо спасен. Ну, это как доп. Задание, скорее всего, какое-то шло. Я не думаю, что это основное. Основные помечены восклицательным знаком на карте. А это как доп. Задание. Но забавно, прикольное задание. Тут, в принципе, посражаться нужно и загадки поразгадывать, и пропаркурить. Неплохо, неплохо. Прикольно было. Мне понравилось. Так, ну что, идем дальше. Теперь нас ждет сюжетное задание. Да? Эцио. Аудитория. Давайте-ка посмотрим карту. В принципе, по времени у нас остается не так много. Я думаю, что мы не успеем сделать сюжетное задание. Поэтому, может быть, мы займемся тем, что откроем просто точки обзора. Плюс соберем вот страницу кодекса здесь недалеко. Наверное, начнем со страницы кодекса. Чисто добьем уже эту серию, а следующую серию пойдем просто чисто по сюжету. Не будем ни на что отвлекаться. Вот. И будем чисто вообще все следующие серии просто по сюжету бегать. Может быть, просто возможно. Я не знаю точно. Но, возможно, можно здесь просто пройти сюжет и вот это вот все не собирать. Может быть, это и не нужно. Я просто не помню, для чего нужны эти страницы кодекса, если честно. Если они как бы на сюжет никак не влияют, потому что, я так понимаю, их тут дофига. Если они не влияют на сюжет, тогда нафига я их собираю, типа. Правильно ведь? Ящики-то эти понятно, где встречаем, собираем, потому что это все-таки Флорентина, и это нам пригодится. Так, ну и чё, где прячется мой кодекс? Так, сразу забираем вот так. А, я не могу... Не могу туда войти. Так, что-то я наполучал. Блин, а как его-то парировать? Вообще не понимаю. Вообще он парируется, нет? Толстяки парируются или нет? Схватить его точно нельзя. Да, нет, с толстяками это что-то какая-то жесть. Не может быть такого, чтобы с ними вот так долго сражаться вообще. У него же вообще не отнимается здоровье практически. Сколько я могу его долбить вот так? Ну вот у него две полосочки осталось. Да, но это бред, конечно. Не может такого быть. Они должны быстро разваливаться тоже каким-то способом. Только как, непонятно. Может быть, просто не вовремя я парирую. Блин, выбрал игру опять с парированием. У меня прям какое-то везение на это парирование, честно говоря. Так, окей, это мы взяли. Пойдем вот тут быстренько сбегаем, возьмем контрольную точку. Она тут одна осталась, прям поблизости. На. Да, наверх.
Пойдем по крыше безопаснее бегать. По крайней мере, здесь нет врагов. Не, ну они встречаются, но не так часто, как там внизу. Там вон мешочник. А, так вон на ту башню нам надо, походу. Ну да, скорее всего. Да, стопудово. Стопудово она. Блин, что-то тут с текстурами, короче, беда какая-то в этой игре. Вроде как должны быть HD, но... Что-то далеко, не HD. HD. Подожди, HD. Я оставил графон позади. И теперь у меня впереди. HD. Опа, красиво. В каждой серии должно быть хотя бы один прыжок такой быть. Так, дайте-ка глянем на карту. А карту сокровищ я здесь не... А, карта сокровищ продается вот у этих чуваков. Интересно. Продается ли здесь? Карта сокровищ. Есть ли карта сокровищ Флоренции? Давай сходим, посмотрим. Их продают продавцы картин. И, кстати, в игре, даже когда при обучении, никто об этом не сказал. Что вы можете покупать карты сокровищ, они продаются у торговцев, типа. Ой, зачем ты толкнул-то его? Зачем так грубо? А нахера вы мне мешаетесь тут? На, нахрен, лучше его толкнуть. Время тоже теряется от этих толчков. Лучше просто не сталкиваться ни с кем, ни на кого не попадать. О, а кто бежит там? Не подходи, убийца! Черт, кого он ищет? Нужно сматываться! Не подходи, пес! Да, иди ты нахрен, короче. Не подходи. Нафиг ты мне нужен вообще? Да чтоб вас что-то так много NPC-шников-то. Так, где этот торговец-то? Ёлки-моталки. Хотел просто подойти к продавцу картину, узнать, продается ли у него. А, вот он. Фига ты тут спрятался. Здорово, карт сокровищ. Так можно все купить? А картины, интересно, у них у всех разные продаются? А, ну да, смотри-ка. Крещение Христа. Весна. Кстати, картины все реальные, они же в жизни реально существовали. Благая весть, Афина, Паллада и Кентавр. Святой Иоанн Креститель. Вот здесь вот этих на этих картинах не хватает, знаете, как в мемах картиночки такие есть, типа... Типа вот здесь, да? Сколько стоит вот эта ваза? Для тебя нисколько. Хороший конь. Ты каким шампунем пользуешься? Хендер Шаудерс. Типа того, да? Это весна. Вот на шашлыки чуваки выехали. Крещение Христа. Но здесь не пошутишь. Мадонна с младенцем. Мама, сисю можно? Можно, сынок. Спасибо. Заходите еще. Так. Окей, смотри, что теперь получается. У меня по всей... Блин. Да ну нафиг. Нафига я ее купил только, а? Ты посмотри, у меня теперь сейчас все будет забито этими сокровищами. Ну, хотя, что, с другой стороны, раз так где-нибудь стоишь... Стоишь где-нибудь мимо, да, и раз забежал, сокровище взял. Пойдем, точки обзора возьмем. Что там, как раз у нас хватает тут еще одну точечку обзора захватить. И, ой, куда полез? Да я сам тут молодой художник. И что, вот здесь где-то, да, сохранили-то? Ну да. Смотри-ка, действительно. Ну, конечно, с них не так много падает. Так, ерунда-то, по сути. По сути, ерунда. 250 флорентинов, это же вообще ерунда. Но, почему бы нет?
Лишними Флорентина не бывают. Сан-Лоренс, открыть базу данных. Ой, это какой-то рынок, мне кажется. А нам, походу, сюда и надо. А чё ты... Не понял. Чё, ты не хочешь залезть, что ли? Там вон пирог, кстати, лежит, жар птицы. Перо жар птицы можно собрать. Так, и теперь нам надо как-то... Тихо, Лоренцо. Ой, Лоренцо, говорю. Лоренцо, да. Блин, а как сюда залезть-то? Не понял. Куда тебя Эцио понесло? Где-то что-то сейчас, кстати, это. Что-то где-то было. Что-то где-то здесь было. Только что-то там звенякало. Не, я не знаю, как здесь залезть, честно говоря. Честно говоря, я не знаю, как здесь залезть. Странно. Тут же... Ну вот же она. А, ну тут вот просто. Вот так. Все окей. Так, и на этой самой интересной ноте, да, грубо говоря, заканчиваем мы эту серию. Ребят, всем спасибо за внимание. С вами был канал Базука. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. До скорых встреч. Всем пока.